За прадедушку, за прабабушку, даже можно за собачку молиться. А это ты почувствуешь в сердце. Что если все хорошо, как бы тебе не хочется молиться, ты попытаешься, как бы, вот кто из вас пытается молиться, а там как-то да ладно, все нормально уже, что ты палишь-то? Значит, все, можно прекращать. Вот молится человек, раз в какой-то момент, да все уже, все, нормально. И он такой, да, нормально все. Все, значит, нормально, можете не молиться. Нет необходимости, значит. Все, вы решили вопрос судьбы. Или, допустим, близкий человек ушел от вас, вы молитесь. Сначала спокойствие сердца, потом там правильные отношения, потом то-то. Все прошло как бы, ну, он не возвращается при этом. А у вас сердце, да, все нормально, все расслабься. Ты все уже сделал. У него все равно остается выбор. Он может вернуться, может нет. И если он не возвращается, и в сердце, да, все нормально, уже не молись. Вот кто из вас, допустим, возвращал близкого человека в какой-то момент, да, все нормально, может не молиться. Поднимите руку. Кого так было? Ну что, девушка, другого человека дал Бог? Быстро, да? Ну вот и все, так и происходит. Все, он не захотел возвращаться, ты все помолилась, все нормально, все хорошо. Все, готовься, будет другой человек. Работу свою сделай, получи и распишись. У Бога мужиков завались. Просто надо работу свою делать, понимаете? Отработала свою работу, помолилась. И получи мужика, распишись, мучайся с этим теперь. Что все равно же мучиться по-любому, с любым. Но как бы вот какие-то изменения будут, потому что если человек молится, Бог дает уже верующего мужика, ну в какой-то степени, уже так, получше уже. Уже другого как бы. Ты развиваешься, когда он в соответствии с твоим развитием дает тебе мужичка на вырост. Не то, что он прям тебе сразу там даст, что ты за ним прям полетела. Нет, на вырост. То есть мужички всегда на вырост даются. Ну, то есть чуть-чуть похуже, чем ты. Для того, чтобы как бы ты ему помогла развиться, а потом он тебя уже за собой потащит, уже мужичок. А все мужички лучше тебя, они все на расхват, понимаете? Если мужичок как бы, он лучше тебя развит, то это и есть его красота мужская, развитие мужчины. Поэтому там на расхват как бы желающих 10 человек на место. Вариантов нет. А если, ну вот поэтому не надо мечтать, это все глупость. Вот. А если, допустим, ты взяла похуже, вот, который тебя любит, вот, на вырост взяла, то тогда он вырастет, вымахнет, станет особенным, из горящего дома вынесет тебя сонную, вот, спасет, как бы, будет способен на все безрассудное, неизвестное, вот. И так далее. Это все возможно благодаря развитию мужчины. Надо подождать, просто вкладывать, помолиться за него, чтобы он развивался. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, 2 недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это.